Дух, ребята, это здесь произведение искусства. Это вообще что-то. Вы посмотрите, какой петух. Жалко, что я не могу подняться наверх и снять его. Это из железа, а с дороги он вообще... Какая работа. Мы проехали практически на скорости, но я увидела каждый у него там... Все, в общем, каждую косточку. Так, давайте. Сейчас я просто здесь покажу вам красиво, да? Красивый фоллаж. Фоллаж, вот это фоллаж, видите? Фоллаж, листопад. Видите, какое дерево толстое, да? Видите? Видите? Так, походу сейчас снова дождь пойдет. Смотрите, какие там арки уже высокие. Смотрите, какой огромнейший круг. Ребята, огромнейший. Посмотрите, где ребенок бегает. Ну, сейчас я подойду туда. Подождите, сначала я к петуху подойду. Вот уже вот мне видно, как там у него все члены его тела. Ой, да смотрите, там еще и круг вертится. Посмотрите. Офигеть. Вертится, видите? Вот такая пирамида, да? Я считаю, что петух. И даже это больше не петух, ребята. А это дракон. И гребень у него тоже, посмотрите, как рыба это. Гребень у него не гребень. Вот присмотритесь. Да, гребень у него как рыба это. Вот посмотрите, какие у него вот эти мощные, вот эти вот, смотрите. Перья это вообще какие-то у него не перья, а огромные каналы, тоже туннели. Так вот, если смотреть рядом, то жутко-жутко выглядит, потому что, посмотрите, какое у него тело тоже. Тело у него тоже, посмотрите, посмотрите. Но это я на максимум увеличиваю, ребятушки. Стою, как дурочка, фокусирую. Просто, чтобы вы увидели. Но больше не могу, да не получается. Погода плохая, не позволяет прям вот хорошо. Это вот максимум. И вот эта штука там двигается. Ой, ребята, какое мистическое место. Какое мистическое место. И какое противопоставление горам? Ну, горам, потому что здесь совсем другое. Другой вообще стиль. Абсолютный. Но все это все равно, формы-то одни и те же практически. Но другой стиль абсолютно. Понимаете? Абсолютно другой стиль. Вот, пожалуйста, корка тут тоже это. Сколько труб тут все, видите, все. И ведь никто из них не разрушился, ни одна пирамидка не разрушилась, да? Вот. Что же это они рассказывают там, когда это войну все, как бы все церкви были разрушены, а здесь ни одна вообще пирамидка, ни одна труба. Facendo video c'è veramente niente, no. Mi signora non è sola in questo posto? Eh? Sì, però poteva anche. Salve. Cioè. Cioè. Я говорю, что уже надостали, уже все время ходят около меня, блин. Там могла спокойно обойти, нет, она была перед моей камерой, ну это вообще. Ладно, короче, я говорю, что ни одну трубу вот эту, да, ни одну пирамидку не затронули, да? Ни одну пирамидку не затронули. Видите, какие они? Вот. Короче,
Какой-то флаг здесь зеленый. А смотрите, смотрите, он зелено-белый, а на экране голубой. А он на самом деле зеленый, ребятушки. Вот это да. Как интересно. Смотрите. На экране голубой, а на самом деле это зеленый. Блин, вообще. Сейчас она будет мне мешать специально. А, нет, ушла. Даже. Ребята, вот это круг, да, там вот здесь вот не видно. А там вот, где эта дура идет противная, там, короче, ребрик есть. И там видно, что это кирпич. Вот, смотрите, какая красота, да? Этот петух меня просто сшибает, сшибает. Сшибает, в общем, так. Вот все, видите, пирамидально. Вот пирамиды изучают. Изучали бы здесь вот эти трубы с пирамидами сверху. Просто. Вот посмотрите, арка, да. Смотрите, какой камень странный. Как будто это вообще пластилин, блин. Как будто это парафин, блин. Эти рисунок. Опять, да, вот эти штуки, как молнии, и потом вот это вот переплетение ромбические. Но люблю я вот эти вот, осенние деревья, надо снимать, потому что, знаете, солнца нет, а хоть какой-то лучик это, знаете, света в темном царстве называется. Тут арка нарисована, видите? И не выполнена, кстати. Это пирамидки, видите? Маленькие-маленькие, но пирамидки. Смотрите. И ни одна из них, ни один камешек. Там еще внутренний. Сейчас она будет на меня настраивать этих своих эти друзей, эта дурная тетка. О, Си, посмотрите на меня, да, посмотрите на меня. Как Сагварди, чай, романтик. Сейчас. Ходит, если передо мной, прямо перед это позирует, блин. Короче, смотрите, здесь две огромных башни, видите? И они заросли полностью... Они заросли полностью это, видите? Полностью заросли этими листьями. Ржет, как вообще, как пропетуха какая-то, блин. И они еще и соединяются, что ли? Посмотрите. Кстати, они соединяются. Видите? Посмотрите. Две огромные башни, их не видно, видите? Они полностью заросли. Они полностью заросли этой плющом. Здесь, посмотрите, две арочки. Полностью заросли плющом. И даже не увидеть, какие они. Но там лестница есть, видите, туда можно залезть, видите. Зубцы-то видны, да? Зубцы видны. Сейчас посмотрим, что там, как они сделаны. Смотрите, там все кирпич, видите? Смотрите, о, а там дырки еще. Смотрите. Тут вообще, смотрите, как идет. Смотрите. Смотрите. Кирпич, да? Видите, еще мелкий такой есть. Смотрите, какой мелкий кирпич. Видите? Смотрите, там идет какая-то как окно, видите? Смотрите. А, вот она, видите, вот так вот тут идет, видите, как в нашем стиле. Более длинный кирпич, более короткий, даже сейчас
Смотрите, видите? Смотрите. Жабо такое, да? Вот. И там, сейчас я посмотрю, что это за дырка. Видите? Это как окно. Это было как окно, видите? Я не могу сейчас фокусировать, потому что одной рукой я держу листья. Вот, видите? Кстати, кстати. Видите? Идет рисунок. Вот. А тут уже как будто бы как будто цементом, да? Смотрите, что корка это, что ли? Я ничего не понимаю, блин, где кончается этот цемент и начинается... Вот, она вся очень, короче, белая, и только вот это вот окно здесь сделано кирпичиком, понимаете? Видите, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Видите, она как бетонная. Вот, и только вот окно вот такое, типа окна здесь, вот, вот тут где-то впереди, вот, вот оно, вот, обработано. И там, кстати, как дверь такая. Посмотрите. Смотрите, смотрите, железная, видите? Железная дверь это огромная. Тут, вот она. Выше меня. Вот-вот-вот будет. Видите? Посмотрите, посмотрите. Вот, посмотрите. Мистика. Заросшая дверь. Видите, посмотрите. Она арочная. Посмотрите. Заросшая дверь. О, поглядите. Посмотрите, что я вижу. Поглядите, да ты еще и такой, посмотрите, посмотрите. Поглядите. Поглядите. Арочная железная дверь. Какое-то, видите, как сказка такая, да, туда? Вход, как Буратино. И там дырка, видите? 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 Сейчас. Смотрите. Видите? Давайте посмотрим, что там. Видите? Короче, там дверь, ребятушки, и арочная вот эта вот обработка кирпичом. Маленький арка побольше. Крестом. А тут большая арка. Ну тут ваш любимый. Практически попадая под фрактал. Три. Огромная арка, да? Маленькая, две таких. Эти огромные. Отрала, только алло. Рала. Си. Глядите, какие огромные арки, посмотрите, какое. Эти арки. Здесь большая арка. Тут тоже арки, видите? Тут тоже арки. Видите? Вот тут вот дверь. Туда идет помещение. Вот. Это просто. Просто, видите, тут тоже какие-то торчат, да, вот эти вот, типа, отстройки, как будто бы, да? На самом деле, туда вовнутрь идет все. Пожалуйста, поворот, заканчивайся пирамидкой. Пирамидкой. И видите, эти вот трубы, они с этой, я думала, с этой стороны тоже можно будет их рассмотреть. Нет, только с той стороны можно было. И то, видите, они полностью заросли. То есть, по идее, мне нужно было, конечно, сейчас попросить Доминика, чтобы мне получше открыл. Ну, я так вроде вам показала. Там что, остальное все понятно, что это труба, как бы, какая-то куда-то полая, куда-то ведет. Какую-то для сжигания, да, блин. Вот опять арки поплевидные, тоже какие-то недоделанные, да, видите? А, сейчас я вам еще круг сниму. Там что-то белое, да, видите? Thank you.
Опорка-валка. Нету сегодня никакой фокусировки. Смотрите, опять зеленый, а у меня синий. Интересно, вот эта фигня зеленая, белая, а у меня на телефоне она получается синий. Смотрите, тут тоже. Шифер просто. Видите, эта марка заходит куда-то в другое пространство, да? И дом тоже, посмотрите, какой тоже, небось, восьмиугольно немножко сделан, видите? Потому что, посмотрите, вот эти, да, чуть-чуть, видите, ребристое это. Чтоб вы видели, видите? Посмотрите, видите? Тут тоже, видите? Так, я вам не показала круг, но, в общем, вот поверьте, не буду я туда идти, потому что если я это найду эту тетку, то мы опять с ней разосремся. Так у нее еще подмога там. Поэтому, чтобы не ругаться. Чтобы вы поняли, я не ругаюсь только с людьми на канале. Ну и вот, кстати, посмотрите опять, посмотрите, решетка. Поглядите, решетка просто искривлена. Вот как, да? Как бы, почему и зачем, да? Зачем вот так вот делать ее, да? А знаете, что этот Фабио говорит? Что это вот решетка та, которая вот там, которая вот загнулась, она из-за, представляете, вы сейчас упадете, из-за чего? Она из-за землетрясения согнулась. Вот, понимаете? И он говорит, что он умный, а я вот, блин, тупая, понимаете? Просто, это вообще... Но он не говорил прям, что я тупая, ну, как бы он говорит, как можно такие вещи, типа, там, не понимать, вот, простые. Знаете? Так, ну что, здесь все началось у меня, здесь все началось, был дождь, да, сейчас нормально. Подождите. Но вот эти трубы, они фокусироваться не хотят, ребятушки, ни в какую. Смотрите. Подождите, если вот так встать. А посмотрите, я здесь вот такой, да? Вот чтобы снять вам ряб, я не знаю, что я делаю. Вы и присела уже. Надеюсь, вы видите эту ряб, блин. Это... Вроде сняла. Ладно, все. Уже можно благословясь идти, короче, ребятушки, потому что вот этот парк туда, наверное, нужно по экскурсии заходить. Да, в общем-то, я уже хорошо, мне нужно еще много заливать, идти домой. Костелушку. Крепость. Но это вообще, конечно. Хорошо, мы сюда зашли, хорошо. Так что вот, ребятушки, такие пирожки. Поехала, а видите, теперь а это вот в обратную сторону, видите? То есть там в ту сторону наверх, а это в обратную сторону. Ну, в общем, какой-то принцип что-то вырисовывается. Принцип чего-то, какого-то этого вырисовывается. Не знаю, где Доминико. Наверное, пошел в машину уже. Вот, да, хотела вам показать, что под низом здесь в начале. Но... А, ну я показывала, да, и там еще внизу арочка. Да, тут, ну, с этой стороны не видно, ладно. И посмотрите, здесь тоже, посмотрите, лесенка, да, видите? Лесенка, да? Везде. Везде пирамидальная какая-то двоично-троичная система. А тут посмотрите, как, посмотрите. Тут посмотрите, как. Просто что тут вообще. С этой стороны как будто то, что, знаете, может быть, видно так, а на самом деле, может, это корова. Вот опять же, видите, как ракурс меняет фигуры. Ой, ну, сегодня, ребята, просто невероятно тяжело что-то фокусировать, да?
Кошечка бегает. Ну, такая хорошенькая, толстенькая. И вот эти вот мне нравятся еще покрывала эти, да, тоже часто мы видим. Вот. Ладно, пойду посмотрю, где он. А, окна. А где Молора? Смотрите, сейчас, ребятушки, пока-пока. Подождите, что-то он меня зовет.